Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем церемонию открытия 19-го международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихо». Приветствуем торжественный проход по звездной дорожке гостей и участников 19-го международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Встречайте! Генеральный директор международного кинофестиваля «Посетит Меридиан», художественный руководитель Приморского академического театра «Горького», народный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Евгений Звенявский. Кинофестиваля Андрей Соколов, актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист России. Известный актер театра и кино оценит качество и уровень смотра. Встречайте, председатель жюри, кинорежиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации Алексей Учитель. Гость нашего фестиваля, кинорежиссер и педагог, народный артист Российской Федерации Вадим Абдрашидов. Вместе с супругой Нателлой Таридзе наши аплодисменты. Встречайте, гость нашего кинофестиваля, генеральный директор компании «Каро Премьер», актер дубляжа, продюсер, сценарист Алексей Рязанцев. Добрый вечер! И актер театра и кино, народный артист России, участник фильмооткрытия «Французский мастер». Алексей, мы вас ждем! Встречайте, Алексей Гучко! Наши аплодисменты, актер театра и кино, заслуженный артист России Юрий Беляев и актриса театра и кино, певец и телеведущая Татьяна Абрамова. Актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Горшонин и актриса Анна Чурина. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Невский». Рядом прекрасная и замечательная актриса Анна. Наши аплодисменты! Актриса! Хохлова. Гость фестиваля Ольга Хохлова. Владивосток встречает свою землячку, актрису театра и кино. Спасибо! Оля завоевала сердца зрителей не только в кино, но и в театре. Мы очень рады видеть лучезарную, искреннюю, талантливую и прекрасную Ольгу. Мы желаем всем участникам удачи, а зрителям ярких впечатлений. Спасибо, дорогие друзья. На этом звездная дорожка наша закончилась. Желаем вам всего самого хорошего. А хорошее настроение вам дарит камерный оркестр «Камерата» под управлением Антона Торбеева. Ваши аплодисменты. Браво, браво, друзья. Thank you.
Вечером здесь будут показывать кино. Ну, уже и так вечер. Почти 7 часов. Ну, стемнеет. Будет кино. Здесь, во Владивостоке, мы радуемся тому, что Теле 2 появился в Хабаровске. Давайте прямо сейчас снимем прямое включение и посмотрим, как у них там обстановка. Там только что Борсу, там уже выступал, там уже принимает открыто, там уже в Хабаровске. А это тоже он, ребята, которые типа сотен, да, которые здесь принимают. Девчонки танцуют. Хороший денек.
и хороший вечер выдался. Ну вот примерно так люди приходят и любуются закатом, провожают день. Thank you.